Ай, прибежали с тренировки. Новый день. Всем привет. Отработали. Сегодня у нас 15 мая. День семьи. Спасибо всем за всевозможные пожелания. Я тоже всех поздравляю с этим днем. Семья — это самое прекрасное, что может быть. Самое важное в жизни. С семьи все начинается. Наша жизнь, рождение... Все, короче, все. На все держится на семье. И это важно, чтобы в семье было спокойствие, злагода, как то кажуть. Вот, чтобы все были здоровы. В этом наше счастье. Поэтому я всем желаю здоровья, крепкой семьи, любви, понимания с детьми, с родителями, с мужьями, с женами, с бабушками, с дедушками, со всеми. В семье. Так, а я готовлю блюдо новое. Высмотрела в интернете. Обжариваю кубиками картошку отдельно. Только она у меня молоденькая, поэтому как-то быстро приготовилась. Ну ничего. Потом на этой сковородке филейку куриную тоже кусочками. Дальше сейчас расскажу, что я буду делать дальше. Подсолила, приправку чуть-чуть кинула. Сейчас зажарится мяско. Я это все соединяю, мясо докидываю сюда в картошку. И дальше покажу. Так, соединила мясо с картошкой уже. И залила сливками вершки. Все. Ну вот так, чтобы не сильно было и... Теперь сверху засыпаю всю эту красоту сыром. Так вот. Конечно, учитывая ингредиенты, то должно быть вкусно. Сливки, мясо, сыр. То по-любому будет вкусно, конечно. И все, накрываю крышку и пускай плавится, тушится. Смотри. Вот такая красота. Давай. Да? Будешь? Боже, как пахнет. Сырок тянется. Все. Нам приятного аппетита. Еще вот такой салатик сделали. Дети говорят вкусно. Назар еще ничего не говорил. Вика говорит вкусно. А ты что скажешь, сынок? Горячая, да? Просто горячая. Mm-hmm. Блин, жирновато только якось получилось. Надо меньше масла кипятить. Сейчас да, скажу. Вкусно. Вкусно? Угу. Блин, это вкусно. Сливки свое дело сделали. Нам приятного аппетита. Утро доброе, доброе утро нового дня. Всем хорошего дня. Делаю кофе. Хочу кофе. С утреца. Перемыла все сковородки, посуды. Картошка вчера гавкнула быстро. Ушла. Сережа говорил, я не буду кушать. Я не буду кушать. Пошел, навалякал. Назар с утра доел. Я с утра ела еще. А, и ты картошку ела? Этот Назар сказал, говорит, типа ему вкусно, только ему не понравилась картошка. Сыровато местами. Ну что ты придумаешь? Скрипит, говорит, на зубах. Да выдумывал, там никому не попалось, Назару попалось. Ладно, всем хорошего дня. Ты чего когти выпускаешь? Ох ты, заорал, я чуть не уделалась. Она мне так когтяку вогнала. Надо постричь когти ей просто уже. Ма. Так, что у меня тут куплено? Сейчас буду варить супчик, то есть с сырными клясками. О, классно. Да. И это, и картошечку в духовке. Я думаю, мы же сегодня голубцы, и вот это мясо доедайте. А завтра сейчас я... Голубчиков, да, а мясо вот то, оно выкинется.
Тоже его надо есть. Да иди. Когда? Вечер длинный. Ты еще будешь кушать? Ладно, бо я хочу картошку ту в духовке сделать со сливками. Так, что еще? Молоко взяла. Это молоточек от обеда. Хлебушек. А, Назару взяла трусовый носков. Бо, смотрю, уже подизносился. К обеду? Подизносился он. Подкупила трошки. Ну, это приправы, карри там. А ты будешь в угличке? Это же не знаю. Да, хочу ли я есть. Я сегодня в обед 3 голубчика съем и все. Там их мало, да? Так как сказать? Мало. Ну, все нагреть? Придется. Не, ну Вика еще будет кушать вообще-то. Ну, так все нагреть, и Вика будет. Ну, Вика когда придет? Ну, сегодня. Ну, ты будешь 2-3 раза ей греть, пока она придет. Эти. Так, и картошку. Все. Вот так вот притомила лучок-морковочку прямо в кастрюле. Супчик вот этот с кляцками сырными готовлю. Я его уже готовила, показывала, но напомню, может, кто не видел. Здесь у меня чайник закипает сейчас, чтобы потом залить кипящей, горячей водой, в общем, кипятком. Сейчас сюда засыпаю фарш куриный с филейки. И пока с фарша не выйдет вся жидкость. Вот так вот. Все, фаршик. Вика мне его разбила хорошо, чтобы не одним комком. В принципе, он уже сухенький. Сейчас заливаю кипятком. Закипит и закидываю туда уже картошку. Тем временем буду кляцки готовить. А тут у меня уже подготовлена картошечка с мяском, с филейкой в приправках, подсолнечным маслом перемешала. Сейчас в духовку. Когда будет уже готово, залью сливками и сверху сыром. Все. Так, делаю клёцки сырные. Сейчас помешаю супчик. Я уже закинула картошечку. Спешу, потому что у нас выключили планово свет и уже темнеет. И мне пока еще трохи свет есть с улицы. Пытаюсь все поподготавливать. Еще компот поставила вариться. Чтобы потом по темени не готовить. Вот, сыр на картошку натерла, разрезала зелень. Так, здесь сырочек на мелкую терку твердый. Сейчас сюда добавляю 2 яичка. Ну, вообще... Одно яйцо, и вот так намного меньше сыра. Ну, мои любят, чтобы клёцок было побольше, поэтому я двойную порцию делаю. И где-то 3 столовые ложки муки. Вот. 3-4, чтобы густенькая. Надо смотреть уже по консистенции. Когда картошка будет готова, закидываю чайной ложечкой такие клёцки. Я не леплю, а прям ложечкой маленькие. И все, закидываю зелень, и суп готов быстро и легко. Вот, Вика будет пробовать. Мы без света, поэтому все фонариком. На, чини. Че, тебе еще подержать? Ну, достала, если... Так, а мне сейчас подержишь свет, я быстро, все равно супчик тебе горячий. Поэтому залью сливками картошку и сыром за это, затру. У нас это... Еще 40 минут. Да? А, нет, это же отстают часы. Блин, еще час почти. Что, еще 35 минут? 21-24. А, да, полчаса осталось. Нам уже и свет включили, и картошка готова, кстати. Теперь вот так, пока горячая, я со стенок чуть-чуть ее как бы, чтобы не присохла. Там, где прихватнулась. Все. Завтра могу заниматься. Завтра я выходная в пятницу. Могу заниматься просто уборкой. Ну, может, еще блины пожарю. Ничего не готовить. И салатик сделала. Капуста с огурчиком. И майонезик. Молоденькая. Пока резала капусту, пришла мысль. Я давно не делала салат с синей капусты. Надо будет взять в следующий раз, купить и приготовить. Свет включили, но уже 10 часов, надо отдыхать.
Настроение говно сегодня. Болела у меня голова сегодня целый день. Пила таблетки. Только к вечеру уже собрала себя в кучу. Пришел Сережка с работы, и мы вышли с ним на шашлычок. Такое скромное заведение, недалеко от дома. Трошки развеется. Потому что настроения нету. Все как-то печально, тяжело. И головная боль. Не знаю, то ли на погоду, то ли что, но сейчас уже полегче. Все мои планы уборки дома сегодня накрыли с медным тазом. Вообще не в состоянии была. Я пролежала вот так вот и прям завязывала, затягивала голову, ну, чтобы трошки попустила. Вот такое. Так что хорошо хоть вчера кушать наготовила, а то сегодня об этом не думала. Уборка уже, ладно, бог с ним. Даже я стирку закинула, но не включила. Назара попросила. Да Вика сейчас придет с работы, наберу, бо я не включила из-за того, что может у нее что-то еще есть стирать. Тоже все сразу. Вот так вот. Так что сидим с Сережкой вдвоем. Отдыхаем. Вышли разведаться, блин, у нас что-то попало.